Всем привет. Я присоединяюсь к флешмобу без опаски. Советы очень просты. Ничего абсолютно безопасного не существует, конечно же. Пустите немножко паранойи в свою жизнь. Онлайн-мошенники, как правило, играют на двух основных чувствах. Это чувство страха «все пропало» и чувство внезапного обогащения «я сказочно богат». И как же тогда быть? Поменяйте стандартное название Wi-Fi сети. Не надо делать так, как показано сейчас у меня на экране. Да, мы знаем, что пароли должны быть сложные, уникальные. Просто используйте длинный пароль. Ставьте двухфакторную аутентификацию. Никогда не используйте настройки по умолчанию. Устанавливайте обновления как можно быстрее. Поставьте себе на мобильное устройство VPN. Обратите внимание на статьи на Wikisec.ru. Важные документы не должны храниться и находиться в публичном доступе. Так будет и надежнее, и безопаснее. Либо вы будете учиться, либо не используйте технологии. Смотрите без опаски и оставайтесь в безопасности. Ну, как-то так.